Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, Рекер, Плагин, Фисташка, как всегда, очень много классных подписчиков, скажите крутые слова. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, какой аниматроник настоящий. Крошка, Крошка, как всегда, будет нас искать подсрачника. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ты же помнишь, что надо камеру в руки брать? А ну, стой. Блин, это я. Я думал, ты будешь дольше искать, ты сильно быстро. Но я же жесткий. Да какой ты жесткий, ты обычный. А пока все карты мы поудаляли двери. Нет, это не ты. Я тебя потерял. Я иду, я иду. Я иду за угол, сейчас буду заходить. А где этот угол? Не знаю, я по школе хожу. А мне кажется, ты меня обманываешь. Нет, я тебя... А зачем мне тебя обманывать? Я убил кого-то. Фисташка, а теперь ты ищешь Крошка, а Крошка? Фисташке временно отключен микрофон, у нее какие-то технические проблемы. Угу. Кто-то орет там у него, у нее на фоне. Ну я не знаю, Крой, кто. Фокси, я тебя видел. Фисташка, ты очень быстро попала. Все-таки мы, я думаю, будем над ним очень долго издеваться. Так, кстати, я настоящего игрока сразу вижу. А нет, это... NPC такой, как игрок настоящий, серьезно говорю. Идет, свернул, спрыгнул с дорожки, повернул. Вот это у них... Может, добавили искусственный интеллект уже? Нейронные сети в Гаррис Моде? Было бы прикольно. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Мы записываем очень крутые режимы, веселимся и поднимаем настроение. Стой! Ага, дирижабль. Мы с Фокси убегаем. Давай. Фокси, молодец. Это кто у нас? Крошка? О, подожди, крошка. Бульбазавр, давай, я в тебя верю. Ты сможешь. Побежу. А я бегу. Я знаю, что вон там был бульбазавр. Я ему дал. Он за мной. Надо быстро сливаться с толпой. А здесь Бонни на карте мало. Мало, да, на. Я бегу. Ой, я где-то заспавнил. Я бегу и спамню новых. Чтоб ты перепутал, где я. Заметаю следы. Так, их же двое, ребята, вы же помните, Фисташка тоже ищет. Так, я слышу, подсрачники по всей карте сверкают. Золотые посрачи. Золотой посрач. Это посрач убийств. Нет! Иди, быстро! Не может попасть. Значит, ты мне... Вот, а ты. Нет, блин. Ты. Так я что-то попутал. Я, короче, специально поставил 3 штук, чтобы ты не нашел среди меня там. Вот специально меня стопит он. Ну как живой. Так, я вижу, бегает. Ого, у кого-то там кричат эти утки. Нет, я не хочу проигрывать. Стой. Нет, я не хочу проигрывать, я хочу еще немножко поиграть. Неужели ты такой жесткий? Ну помогите, спасите. Нет. Ага, они этот, все, я убежал. Кстати, я очень быстро убегаю. Меня невозможно поймать. Не, ну как это нечестно? Честно? Честно. Сейчас мы что-то придумаем, ребята. Мы сейчас добавим какие-то элементы. Я как бы уже посрач дал. Вот это настоящий, нет. Я вообще, знаете, что думаю? Может этот режим допилить идеально, знаете как? Сделать комнату, допустим, и сделать там, допустим, 15 будет NPC, из них будет там 5 человек настоящих. И у человека будет 3 попытки всего угадать. Если у него угадают, его убивают постоянно. И он опять заходит, как бы не понимая, где кто. Не знаю, надо как-то допилить. Все-таки идея очень классная. Так, я вижу. Это, наверное, игрок настоящий. Блин, они так и на раз так классно ходят, я не понимаю, где кто. Путаетесь, да, тоже? Так, никто никого не может найти. Как-то жестко вы спрятались. А, много очень NPC-шек просто я поставил. Надо тебе в угол, Димас, зажать, найти. Да ты сейчас выйдешь сюда на улицу, на вход, ты офигеешь, что ты тут увидишь. Вот, ушел.
слишком быстро. А вот теперь... Не, пацаны, все, давайте не надо убегать, потому что, я так понимаю, они нас не поймают в этой серии. Давайте на умение сливаться с толпой. Ого, вас тут. Я специально так сделал, чтобы ты не нашел меня. Я один Бонни. Блин, классно. Офигенно, идем. Как ты меня найдешь теперь? Вот как? Только если бомбы. Нет. Давай ищи, ты должен найти. Я буду теперь бегать в этом пятачке, я не буду никуда уходить и убегать не буду. Просто нет, найди меня. Заложники. Просто найди. Они тебя заложники взяли? Да. Не выпускает. Мочите его, пацаны. Блин, классно, когда их много и все одинаковые. Вот как догадаться? Никак. А я гуляю по проспекту. О, блин! Ладно. Я просто уже хотел тоже поискать. Мне хочется пацанов помочить. Так, камеру взял в руки? Взял. Ну что? Нет. Пацаны, давайте, кого нашли, кого не нашли, чтобы мы знали, сколько человек мы ищем. Меня не нашли. Меня не нашли. Так, бульбазавр. И что? А ты убегаешь, стой. Меня еще. Нельзя убегать, мы же договорились, бомжи. Ладно. А, блин, смотри. Ха-ха-ха, вот умный. А как попасть ногой, если нога кривая? Надо ее выровнять. Давай, можешь убегать. Давай, на скилл. Споймаем тебя или нет? Мне не показалось, они все исчезли. Да, я всех удалил, остались только настоящие игроки. Давай, иди сюда, бомж. Я понял, зачем ты это сделал. Ты сделал, чтобы узнать, кто победил, да? Чтобы было нам легче конкретно его поймать. Пусть он... Ой, мы друг друга мочим, пацаны. Ну, мне кто-то зарядил кому-то лицо ногой. Замайте. Блин, вот-вот-вот бы и попал... Ну, чуть-чуть не хватает чего-то. Ну-ну-ну-ну-ну. Ой, я В нажал вместо удара, вот красавчик. Ха. Давай, смейся. Посмеялся. Я буду махать бесконечно. Это же невозможно. Да ты так легко убегаешь. Да. Нечестно. А, давай, повторяй за мной слова, мои любимые. Один игрок против всех, что ли? Или кто-то еще есть? Я один остался. Да ладно, ты красава. Я ничего остался. Давайте, гоняем его. За ним побежали, толпа. Давай в школу забегаем. А что ты в школу не забегаешь? Он учится не хочет. А, все, ребята, теперь мы его поймаем. Знаете почему? Открывайте выходы. Ну, вот я и ударю его сейчас. Блин, он со школы выбежал. Сыт. Блин, еще чуть-чуть и попаду. Так, я вход загородил. Идите сюда ко мне, пацаны. На вход. Да вставай. Меня бьете. Все, вставай. Вот так и стой. Так и стой. Давай. Ну уже. Мне кажется, у тебя много хп. Я тебе попал. Ой. Гранатка пошла. Сколько у него хп? Пацаны, давайте будем гранатами его выкуривать. А ну иди сюда. Мы что, уже знаем кто? Зачем камеру нести? Вот ты молодец. Зачем было стоять? А где он? Граната. На. Уже убили давно. Так, ну что, давайте сделаем, как всегда, эпический взрыв. Я сейчас наставлю. Сейчас я сейчас тебя это догоню тебя и помешаю. Не сможешь. Так. Не понял. Все, лимит 52 штуки. Кстати, вообще не лагает. Ой, класс. Так, пацаны, давайте я взорву не очень мощную бомбу. А что-то такое мощное взрывается там. Без нас. Сейчас. А, допустим, мы не взрывали 1000 лет. Я потерялся в этой школе. Меня бомбы пришибло. Пацаны, прощайте. Не взяло. Я взял, что эта бомба не может их убить.
Сейчас мы добьем. Ребята, мы как всегда сделаем свое дело в конце. Только ничего не вижу. Так, хорошо. Делаем ну, что, спауны. Нет, так мы сейчас их взорвем, подожди. Я просто послал спауны, чтобы умирать и появляться здесь. Сейчас я взорву бомбы, которые их точно возьмут, смотрите. Они это надо нам брать. Они не... Как это бессмертные? Так. Вот, а-а-а. Смотри, смертные, надо другого... Смерть. Другой то пилпак оружия будет, брать. Хорошенько. Ну. А вон я еще другой не вижу. Пацаны, прощайте. Нет. Я живой. Ой-ой-ой. Я живой. Цепная реакция почему-то не идет. Мне не расскажется, что он прям графон подпиливает, говорит, смотри, такие картинки выдает крутые. Во! Да, блин. Цепная реакция пошла. Меня достал. Вот и все, никого нету. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте его ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!